Так, друзья, снова мы пришли на этот самый водоем ловить карасиков. Карасиков с икрой будем ловить сейчас на сушку. Взяли мы нырётку, по-другому еще верши, винтель. Разные называются. Прикормим и спросим ребятам спустя. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот опять меня перловочки добросим. Сейчас сделаем шары. Парочку. Раз. И хлеба ржаного. Тут есть красный карась. Попробуем поймать красного карася. Он любит ржаной хлеб. Раз. Два. Просим перловочки. В смысле прикормку с перловкой. Вчерашний. Третий шар. И бросим ржаного хлеба. Раз, два, три, четыре, пять. Не будем жалеть прикормки, чтоб рыбки побольше заплыло. И идем забрасывать. Сюда сейчас бросим. Стараемся поближе к кустам, но там получится. Ну, сам то, прям кусты. Пускай там стоит. Ну, а мы сейчас подкормим наше место. Разложимся, взял я палатку. Отдохнем еще, потому что с утра еще мы не спали после рыбалки. Дела, дела, дела. Вот, сейчас половим, расклюем. Ну все, сейчас разложимся, закинем, будем снимать. Идем проверять нырётку. Прошло у нас где-то часа 4. Часа 4, как мы закинули там у куста. Так, тянем нашу нырёточку, смотрим. Попалась ли вообще рыба? Тогда рыба есть, друзья. Так, он белого карася одного вижу. Два, три, четыре. То есть даже не один. Наверное, около десятка попалась. Друзья, попалась. Около десятка карасей. И один ротан крупный. Ну-ка, принеси мне мой пакет. Сейчас мы их оттуда высыпем. Сейчас высыпем. Так, поймали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 карасей и одного ртана. Еще. И вот еще на удочку мы таскали, пока жарили. Плюс еще я пожарил, чтобы 25. Делите, берите себе всю рыбу. Берите, берите. Берите всю рыбу. Нырёду складываю. А фиолетовый пакет вот этот нельзя? Можно, берите, да. Всё, нырёдку складываем до следующего раза. Пускай забирает карасей. Мы еще наловим свое.
пускай порадуется. Подождите. Вот, смотри. Три. По 30. Четыре. Пять. И вот три еще. Еще по три. Еще по два. Ну все, пацаны поделили.